И почему ты еще не на стримах Hell Yeah Play? Хотя, не, давайте, поскольку у нас игровая тематика, IGM VTF, во. О, баги. Раз уж про игры заговорили, погнали. Забавно. Нет, Виджил, не хочу. Кстати, прикольный был бы скин такой. Идея для скина, на самом деле, который будет разблокироваться там за что-то. Горящий Леон. На самом деле, в этом есть и мем, и прикол, и, в принципе, выглядит нормально. Спасибо большое, Пашкер Жабин, за подписку, добро пожаловать. Да, горячий мужчина, типа, или бомбит. Ну, не, прикольная идея. Надрачивает Сани. Баке нормально? Че, выжил, да? А, у него ХП, вон, видите? Пока, Китарий. Лол! Вот это, кстати, обида. Ля, какой мужчина ворвался. That shit is fucking trash, dog. Get the fuck off the airwaves. A few moments later. Day two. Игра года, хули. Ну, баги везде, ребята, есть. О, Апекс. Рафлан, и он еще умер. Ну такого в ассасинах бага до хрена. Багов до хрена таких. Это смешной баг, первый смешной баг, окей. Это смешно было. Вар, братик, я застряла! Ее ебут, бля, я не знаю, опять этот, блядь, человек-невидимка, заебал. Вот это стримота, кстати. Че за всратое говно? В рюкзак положил, блядь! Ну тоже стрёмная хрень. Блин, зря он его скинул и хотел посмотреть, как сильно растянул бы его.
serious? Что за болезнь гигантизма в Гарри Поттере на плойке? Стремота. Что-то три руки, что это? Это магия такая, да это же резик, да. Привет, камушек. Лето, да-да-да, пов, блядь, 20 градусов тепла в Москве. Ой, ладно, несколько прикольных багов есть, окей был. Не супер вау, конечно, выпуск, но были приколюхи.